Привет, ребята! Сегодня мы находимся в Шереметьевском приюте для собак в городе Москва. Здесь находится более 250 собак. И мы решили лично заняться 15 доберманами, которые ищут свой дом и любящую семью. А теперь давайте посмотрим, что происходит в нашем полку. Не придумала, что на это ответить. Такие дела. Карим, давай лучше по-русски, а? Привет, я Карим. Я приехал из Молдовы развиваться и зарабатывать. И вот моя история. Я создал интернет-магазин по продаже мужской обуви. Продал одну пару. Вот реальные прорывы нашего полка. Привет. Всем привет, меня зовут Михаил. Я увеличиваю обороты компании через Авито. Точка А – 80 тысяч рублей, точка Б – 200 тысяч рублей. На неделю ставил план кинжал 25 тысяч рублей, по факту сделал 55 тысяч рублей. Мой основной рычаг – я внедрил в компанию готовую структуру продаж через Авито. Пока я тестировал клининговую компанию, кто-то из нашего полка закрыл точку Б. Привет, меня зовут Никита. Ниша «Памятники на могилу». Точка А – 150 тысяч рублей, точка Б – 300 тысяч рублей. На этой неделе я закрыл точку Б. Ключевым действием для этого у меня был обзвон старых клиентов. Коворкинг – это наш дом!